Всем привет! У нас пришла сегодня посылочка с Америки. Мы заказывали на сайте 6PM вещи. Вещи и обувь. Я вам сейчас буду распаковывать и показывать, что мы заказали. Значит, вот мы заказали Владику в школу такие кеды фирмы Levi's. Сейчас будет мерять, посмотрим, подойдут или нет. Владик уже одел, и они на него подошли. Я рада, потому что переживала, чтобы не пролетели с размером. Пальчик у него где-то тут. Говорит, удобные. Удобно, Владик? Да. Вот такие у нас кеды. Пошли дальше. Вот такие кроссовки Фила для Владика. И вот такие ботинки мы заказали, демисезонные Skechers. В общем, Владик у нас обут. Три пары обуви. В общем, все мы померили. Еще я себе купила вот такие Timberland кеды. Мне очень понравились. Я их только что померила, они на меня подошли. Очень классные. Мягенькие такие, легенькие. Здесь классно тем, что здесь идет стелечка. Сейчас я вам покажу. Стелька вот такой высоты. И получается, что немножко даже пяточка приподнята и как на каблучках. Значит, я их заказала размер 37, по стельке 22,5. Но получается, что даже небольшой вот такой есть запасик. У меня где-то 0,5 сантиметров. Значит, эти кеды на Влада тоже подошли. Эти ботиночки также. А вот эти кроссовочки, он говорит, что они на него вот прям как раз. Но так как у него нога растет, он сомневается. Он говорит, что, может быть, я не смогу их и поносить 3 месяца. Ну, посмотрим. Опять. Еще заказали Максиму. Здесь у нас идут шорты, по-моему, кофта или футболка и курточка. Сейчас распакую и вам покажу. Да. Вот такую Максим себе заказал ветровочку. Она тоненькая, внутри сеточка. Размер брал эмочку. В принципе, качество хорошее. Придет домой, померяет. Вот такие шорты взял. Тоже брал размер эмочку, но я бы на его месте, конечно, взяла бы эсочку. Но посмотрим, приедет, померяем. Такие они трикотажные, мягенькие, хорошие шортики. И вот такую себе черную адидасовскую кофточку, то есть с длинным рукавом. Ткань такая тоненькая, как на футболочку. И заказал себе черные шорты и черную футболку. Вот любит эта молодежь черный цвет.